Итак, всем привет, друзья, с вами Лео12. И сегодня я получу уже второй уровень. Так что сейчас будем выполнять контракты. Я также немножко уже выполнил. Уже выполнил за PowerPlant ограбить. Я, кстати, его ограбил уже. И теперь у меня осталось, например, только это или это. Потому что ювелирка — это вообще сложная штука. Сейчас все разработчиками сделали голосование, что 20% проголосовали, что все хорошо, ну то есть именно, как это сказать, просто проходить, а другие сказали тяжело проходить, а вот уже где-то 60% проголосовали, что очень сложно. Потому что, блин, это правда сложно. А 20% проголосовали, что легко. Ну да. И Азима и Бадима могут немного изменять этажи, чтобы они были проще для игроков. И во-вторых, второй день уже. Второй день 7-го сезона. Опа, поезд, то, что нужно. Мне это надо сейчас ограбить как раз. Надеюсь, сейчас я получу второй уровень, и мы получим тот скин на оружие. Сейчас, подожди. Мне же кажется, что там лагает немного так, вот такие текстуры. Немного лагает, по-моему. Сейчас заберем 3500. Сейчас получим. Надеюсь, мы получим второй уровень. Кстати, за полицейского контракта у меня легкие. Тоже легкие у меня. Тут лишь только, смотрите, два ареста и один только вызвать карку Плейн. Ладно, выходим, выходим. Так, я сейчас получу. Нет, еще не получу, но сейчас получу. Только мне надо еще вот это. Дамаг. Ну, то есть, типа, убить немного пару полицейских, чтобы я наконец-то получил, так сказать, тот скин на оружие. Только мы найдем какие-то. Или мы можем, например, арестовать. Например, сейчас мы можем арестовать, например, кого-то. Так, берем наши. Нет, не будем брать, наверное, вертолет. Хотя бы возьмем, потому что у меня сейчас. Так, надо арестовать какие-то преступники. И особо они в тюрьме есть. Классно, что снег пошел. Погода, наверное, очень классно выглядит в такой погоде. Я уже вижу, кто-то уже там. Все, я получил второй уровень, есть! Я получил второй уровень, ура! Как же это классно! Все, я получил второй уровень, но мы можем еще одного арестовать, в принципе. Есть. Все, мы арестовали. Так. Сбежим сейчас. И сейчас я посмотрю на этот скин. Сейчас. Только возьму все оружие, чтобы я покрашивал этот скин на все оружие. Потому что классный скин, все-таки скин. Кстати, я в топ-97, потому что я же не выполнял контракты же ночью, потому что я же спал. Ладно. Вот уже у кого-то второй уровень. Так. Вот это скрытые камеры. Интересно, кто-то сейчас грабит что-нибудь или кто-то сбегает из тюрьмы. Вот
та самая машина. Так. Кто-то поезд там проехал. А в принципе и никто там нет. Ладно, возьмем все оружие. Нет, это нельзя дропать. Так, сейчас возьмем. Значит, этот, это, вот это. Ну и это. Так, меняем скин на оружие. Ага. Так, сейчас поменяем скин. На кнопку Б нажимаем. Сейчас. Но это, в принципе, не можно красить. Так. Нет, это не то. Вот. Ну, тоже нельзя красить. Так. Вот он. Уже шар смог сделать с помощью этого. Вот это. Так. Так. Все. Я получу второй уровень, и мы можем еще выполнить еще один контракт с собой. Я могу это уже один выполнить контракт, но зато классно, что я получил второй уровень. Ну что ж, всем пока, друзья, с вами был Лёд Минут 21, и сегодня я получу второй уровень. Ну что, всем пока.